Я нахожусь на метро Красный проспект. Вот это вот Красный проспект идет, там перекресток. Я прохожу мимо дворца бракосочетания. Это дворец центрального района. Здесь у нас женятся пары, которые живут в этом районе. Дальше я иду. Здесь небольшой парк около ЗАГСа. Вот здесь станция метро Красный проспект. Доходить. Такой парк здесь красивый. Это все дворец бракосочетания. Сейчас никого нет, никто не женится. Дальше там идет дорога. Я приехала, хочу посетить центральный рынок. Сейчас туда пойду. Вот дорога, которая на центральный рынок идет, там перекресток. Вот так вот я пойду. Синтетика. Вот я дошла до перекрестка. Вот здесь вот перекресток у центрального рынка. Вон там куча торговых центров. Вон туда дорога уходит. Вот с той стороны центральный рынок. Сейчас я буду там дорогу переходить. Здесь торговый центр. Тоже напротив. Вот я иду. Сейчас там будет много народу. Всякие торгующие палатки, люди. Сейчас посмотрите. Так, ну вот наш центральный рынок, вон там павильоны, у нас два больших павильона. Вот этот прямо, здесь продуктовый, а вон там дальше павильон, там у нас вещи продают. Здесь у нас большая барахолка, куча вещей. Целый павильон у нас закрыли сейчас барахолку. Сейчас она в разных местах находится. Напротив там вот торговые центры. Это через дорогу от рынка. Я иду, чтобы зайти вовнутрь рынка. Уличная сторона. У нас есть крытые и есть на улице.
Я сейчас хочу зайти вовнутрь, где улица. А мамы опять нет. Я вошла вот во двор. Вот смотрите, у нас здесь все. Вокруг павильоны. Куча разных. Но это не фрукты, это всякое кофе. Ну, консервы, такие продукты. Шашлык продают. Кафе тут такие маленькие, можно покушать. Здесь беляши неплохие. Цветы всякие, пленка. Какие красивые цветы. Смотрите, продают розы. Какая красота. Их можно купить, посадить у себя на грядке. Это розы такие уличные. Красота. Смотрите, какие красивые. И вот у нас целая здесь половина рынка вообще такой рассады. Цветочной, всякой разной. Красиво. С этой стороны, это с другой стороны рынка. Вот здесь идут вот так магазины. Так вот идет дорога. Здесь вот проезжая часть. Вот там напротив у нас бассейн. Здесь продают частники свою продукцию. Ой, Гордеевна тут банчит. Уже все вырастили сами. Грибы продают. Лук сибок. Это с этой стороны также цветы. Рассада. Дорогущие.
Вот я захожу в сам павильон. Какой он у нас, видите, красивый, большой. Овощи, фрукты. Орехи. Черешня 180 рублей, 120 абрикос. Видите, у нас черешня хорошая, 180 рублей. 200 рублей клубника. Недорого. Отсюда выглядит лучше. Хотите, вас сниму? Мне не надо. Я же как этот самый. Вот у нас орехов много очень. Финики всякие. А клубника очень дешевая. Смотрите, 180 рублей всего стоит. Есть выбор. Не, ну нормальная цена для клубники. Вообще у нас фрукты очень хорошая цена для Сибири. Очень хорошая. Видите, черешня 180. Много зелени. Вот у нас такой рынок. Очень богатый рынок. Привет. Фруктов очень много. Хотя у нас Сибирь, ну, в общем-то, мы не жалуемся. Посмотрите, какой большой выбор. Очень много народу. Узбекская черешня. Сто 130 абрикос. 150 абрикос. Слива. Смотрите, какая красивая черешня. 180. Яблочки 70 рублей. 120. Выбор у нас очень хороший. Сейчас вот все сниму и буду покупать. Смотрите, яблоки 50 рублей. Смотрите, какие красивые. 60 зеленые. На 200, тут по 180. Вам черешню, да? Виноград уже есть, 120 рублей. Только... Яйца, сухофрукты. Здесь чай, кофе, кстати, очень хорошие цены. Яблоки недорогие, 70 рублей всего. Здесь у нас всякие колбасные изделия, мясо.
заморозка. Тут хорошо все берут. Лук 40 рублей. Вот мед 300 рублей килограмм всего. Огурцы по 60. Перец болгарский 150. Картошка 35 рублей всего. Помни, скажешь. Это вот внутри павильон. Сейчас я вам покажу, где я беру курагу. Здесь вот все продают. Вот, здравствуйте. Здесь вот я беру курагу. Она очень дешевая. Все время мне скидку дают. Вот это хозяйка. Это вот хозяева, куда я прихожу несколько лет. Они всегда мне дают скидку. Вот молодой хозяин, вот хозяйка. Я к ним всегда прихожу. Посмотрите, какие хорошие цены. Курага 150 рублей, еще если скидку дают. Цукаты 300, беру по 270. Изюм 180, но мне всегда делают скидку. Посмотрите, какая хорошая курага, черная слива. 130 рублей всего. В общем, вообще, я всегда здесь и отовариваюсь. Ну и дальше просто павильон. Здесь всякие чаи, кофе, продукты, уже не фрукты, хлеб, молочные продукты. Вот здесь я всегда беру зелень на вес. Видите, всего 15 рублей 100 грамм получается. Укроп, петрушка, зеленый лук. Ну, я здесь в основном за зеленью прихожу. Здесь зелень хорошая цена. Это другая сторона рынка. Тут тоже продают фрукты, но здесь они подороже. Это центральная часть. Здесь вот как раз Аленка фирменный отдел. Это у нас шоколадная фабрика. Здесь вот хлеб. Вот сторона, где торговый центр Москва. Здесь вот разные магазинчики, кафе «Фаворит» и кушают. Там у нас «Фикс-прайс» находится, торговый центр. Лавочки, люди отдыхают, сидят. Сейчас я вам покажу памятник. Памятник торговли, торгующим людям. Вот видите, отдыхают молодые люди. У нас сегодня пасмурно, но ничего. Сейчас вам покажу памятник. Вот у нас такой памятник. Женщина торгующая, вот видите, стоит, разговаривает, продает, как семечки, цветы. Подошел к ней мужчина пожилой, вот такой в шапочке, с одной сумкой, вторую сумку поставил, в которой сосиски. Подошла собака и тянет эту сосиску, чтобы украсть. Такой памятник шикарный. Это у нас для центрального рынка сделан такой. Такая достопримечательность. Это павильон, где продают мясо.
Мне нужно еще к тому же купить мясо на шашлык. Свинина 320 рублей стоит, говядина стоит тоже где-то 350 рублей, сало. Сейчас отсюда просто общий план сниму. Я мясной сильно не буду снимать. Ну вот, павильон, видите, у нас он большой. Мясо в основном здесь продается. Там у нас рыба продается, красная рыба. Мясо уже все распродали.